Всем привет, друзья. Аэропорт Гданьска. Леха Валеса. Я лечу в Данию, в Копенгаген. И по прилету сделаю два обзора. Меня радует, что материалы лежат прямо под ногами. Итак, первое, на что я обратил внимание в этом городе, я использовал такси Bolt два раза подряд. Русскоговорящие таксисты просто не доезжали до места, катались где-то в соседнем квартале, при этом отменяли сами поездку по причине того, что я опоздал, и деньги с меня списывались. Деньги небольшие, там 5-7 евро, но тем не менее, я написал в поддержку, посмотрим, вернут они или не вернут. Второй обзор о том, как летать дешево. Я бы сказал, очень дешево по Европе. Вот передо мной самолет авиакомпании РНР. Билет из Гданска до Копенгагена обошелся мне, не поверите, в 360 рублей. Ребят, в 360 рублей. В переводе на евро это всего лишь 5 евро. То есть за 5 евро я лечу в самолете фактически из одной страны в другую. Потом скажите, что в Европе не сориентированы на туризм. Очень даже сориентированы. В настоящий момент самая дешевая авиакомпания в России – «Победа». Билеты начинаются от 2500 рублей и выше. В общем, прилечу на место, сделаю обзор, расскажу, как и где достать дешевые билеты и каким образом избежать мошенничества со стороны русскоговорящих таксистов «Такси Bolt» в Польше. Автоматизации, такие обычные трапы, лестницы, все новенькое. Обычно такой 737 Boeing. Меня пересадили на место возле аварийного выхода, при этом ничего с меня не взяли, как в «Победе». Сказали, выбирай любое место, но лучше сядь вот здесь. Что касается РНР и покупки билетов, чтобы летать дешево, как я, за 350 рублей, прежде всего нужно покупать билет заранее. Я купил билет за неделю. И второе, ребят, путешествуйте налегке. Вот у меня всегда с собой обычный рюкзак. Сейчас вам покажу, какой. То есть, когда нет с собой никаких вещей, нет чемодана для сдачи, вот у меня обычный рюкзак. В принципе, я в него поместил практически все. Здесь и ноутбук, и штативы, и какая-то одежда. Ну и, соответственно, цена. То есть, мне большой чемодан не нужен. Кстати, что касается обучения для наших визовых центров, онлайн-школ, я еду на семинары, на конференцию, которую будут проводить ребята, профессионалы, организаторы онлайн-школ по всему миру, и это будет на Бали, в Убуд.